5 золотых наград выиграли белорусы на международном юношеском турнире по боксу, посвященном памяти заслуженного тренера Беларуси Владимира Ботвинника. Среди победителей речичанин Даниил Мороз. Ему не было равных в весовой категории свыше 81 килограмма. Уроженец Жлобина Владимир Новиков также добрался до финала турнира, однако победить своего соперника не сумел. В итоге у него серебро. Бронзу в копилку белорусской команды принес гомельчанин Александр Каревский. В турнире памяти Владимира Ботвинника приняли участие более сотни бойцов из 9 стран.